Всем привет, с вами Дмитрий Xfit, и я хочу вам показать и рассказать про свою программу тренировок на массу, а именно мышечную массу, под названием номер 2, для любого типа телосложения. От вас требуется только следовать моим рекомендациям по тренингу и питанию и переходить после прослушивания и просмотра видео по ссылке далее в аннотациях видеоролика. А если вы смотрите ролик с планшета, то вам нужно будет перейти на продолжение ролика в описании под данным видео на канале YouTube. Данный ролик – это введение в программу тренировок на массу номер 2 для любого типа телосложения. А теперь я расскажу вкратце о программе тренировок номер 2. Программа будет работать на прирост массы и частично силовых показателей. Программа подойдет абсолютно всем мужчинам и любого телосложения. Разница будет только в правильном питании. Хотя питание подойдет к каждому, так как мы хотим набрать мышечную массу, а не похудеть. Программа рассчитана на период 3 месяцев тренировок и более. Если тренировки проходят комфортно и прогресс виден, то можно продолжать тренироваться по данной программе, пока не наступит застой, равный 3 или 4 неделям. Программа на 3 тренировочных дня в неделю. Каждая группа мышц будет нагружаться один раз в неделю. Все упражнения несложные в выполнении, так как рассчитаны на новичков и продвинутых. Питание расписано вкратце, подойдет абсолютно всем и будет выставлено в конце программы тренировок. Упражнения все просты и в основном взяты из книги «Анатомия силовых упражнений» Фредерика Делавье. Частично упражнения будут выполняться по моей технике, и значит ссылка будет прямо в ролике, в описании или в аннотациях на мое выполнение. Далее расписан сплит для ознакомления. Понедельник – грудь, руки, среда – ноги, пятница – спина, плечи. Цель – набрать мышечную массу и в зависимости от питания корректировать процентное соотношение набора мышц и жира. Нужно будет нагружать свой организм большими нагрузками, а точнее объемным тренингом с средними весами, для того, чтобы расти от одной тренировки на группу мышц в неделю. Важно будет менять каждую неделю группы мышц местами. Кто ознакомился с введением в программу, могут переходить по ссылке далее. Если в конце ролика вы не найдете ссылки в аннотациях и в описании ролика на продолжение, а точнее слово «далее», то следует подождать какое-то время, и выйдет продолжение, и со временем вы сможете просмотреть все части ролика и, переписав программу тренировок и питания к себе, сможете начать тренировки.